Не можешь отдать лошади, лучше не бояться публики. Лучше не бояться публики. Но мальчик его догнал, все-таки догнал. Сумел поцеловать, молодец. Молодец. Сейчас посмотрим. Накажет ли она его за это дело? Внимание. Лошади боятся публики, пожалуйста, поаккуратнее. Сейчас его они должны поехать обратно, и девушка его должна наказать. Наказать крестом, настоящим казахской галичкой. Внимание. Мальчик убегает. Нет, девушка его догнала и наказывает. Молодцы. Повторяю, сейчас выступали учащиеся конно-спортивного клуба из села Головковского Алтайского района. Через 5 минут будет объявлено начало первого заезда.